можно ли носить ювелирные украшения, часы, да, покойного человека. Давайте разберемся. Во-первых, все, что соприкасалось с покойным, либо лежало с ним в гробу, мы ни в коем случае никуда не забираем. Это главное правило. Второе правило. Конечно, вещи покойного имеют определенную энергетику. Они впитывали его проблемы, заботы, его болезни. И там определенная аура. Если вы начнете носить эти вещи, соответственно, вы будете, хотите вы этого или не хотите, перенимать эту определенную энергетику. Поэтому я, в принципе, не рекомендую носить ювелирные украшения покойного, да, тем более часы. Часы — это очень такой магический момент. Они вообще впитывают как бы дату смерти покойного, особенно те часы, которые он любил и часто носил, да. Даже если он умер не с ними, да, они где-то лежали в полочке, все равно они несут эту информацию. Если уж очень вам хочется что-то носить, любимое колечко бабушки, мамы, вы, конечно же, можете оставить в меру какое-то украшение. Но вот все украшения, все я не рекомендую. Можно их оставлять для каких-то ритуалов, да, обрядов. Вообще такие вещи нужно оставлять, да, если они родовые, антикварные там и так далее. Но прямо вот носить и пользоваться я не рекомендую.